Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня я хочу вам рассказать о ламинировании волос в домашних условиях. Я нашла очень такую интересную штуку. Я знаю, конечно, что ламинирование волос делается очень долго и так далее, но я зашла в белорусскую косметику, и наверняка она у многих есть, да, у нас в России точно есть белорусская косметика, много где, и нашла вот такую очень интересную штучку. Ламинирование волос. Это ламинирование реально для ленивых, для таких, как я, которым нужно максимум взять от средства и минимум сил вложить в то, что ты делаешь со своими волосами. А называется это гладкий и ухоженный BB Beauty Balm, Beauty Бальзам 12 в одном. Сейчас я вам скажу, несмываемый бальзам для всех типов волос. Вот галочка написана «Ламинирование». У него очень интересная консистенция, я вам ее покажу. Сейчас я перечислю все, что оно делает. Значит, 12 эффектов за одно применение. Первое – это глубокое восстановление волос. Второе – активное питание. Третье – интенсивное увлажнение. Четвертое – легкое расчесывание. Пятое – виниловая гладкость. Шестое – глянцевый блеск. Седьмое – защита от повреждений. Восьмое – защита от секущихся кончиков. Девятое – контроль над пушистостью волос. Десятое – антистатический эффект. Одиннадцатое – термозащита во время укладки феном или утюжком, что важно. И двенадцатое – это УФ-защита. То есть очень-очень много средств. И что мне понравилось, когда первый раз я его открыла, да, у него очень приятный запах. Мне именно понравилась его текстура, оно похоже на сгущенку. Такая текстура выдавливается, и так очень приятно, то есть вязко. Ощущение, что вот, да, что с волосами что-то будет интересное. Я наношу на кончики волос, все это вот как следует делаю. Прямо такая есть какая-то легкая липкость. От этого всего расчесываю сразу очень легко и потом сушу. И вы знаете, ну, я, естественно, не каждый раз после мытья головы пользуюсь этим средством, а через раз, потому что иногда я пользуюсь, вы знаете, маслами и мой стандартный уход за волосами. Вот. А эту штучку я купила, и мне она действительно очень нравится. Так что, если кто-то еще не пробовал, она стоит очень дешево, 250 рублей. Я не знаю, это с профессиональной серии у них или нет, потому что у них есть там профессиональная серия. Я купила себе там бальзам и шампунь, который мне очень нравится. А вот это, наверное, серия не профессиональная, а такая для домашнего использования. Но мне очень нравится. За 250 рублей, мне кажется, это очень прикольная штука, и я рекомендую вам ее попробовать. Так что, кто еще не пробовал, обязательно попробуйте. Я за своими волосиками слежу, ухаживаю, поэтому, если мне что-то нравится, я обязательно вам говорю. Тем более, видите, у меня посеченные внизу и требуют ухода дополнительного, поэтому помимо бальзама, масок, которые я делаю во время мытья головы, я прихожу и еще обязательно что-то делаю, бальзамчики, масла и так далее, и делаю ламинирование волос. Вот когда я делаю вот это ламинирование волос, то я не наношу никакие масла и не наношу бальзам для расчесывания волос, то есть я просто выхожу и только этим средством пользуюсь, и все мне очень нравится, что происходит дальше. И секущиеся кончики реально как-то уменьшаются немножечко. Вот, поэтому вот такая штучка. Обязательно попробуйте, кто еще не пробовал. А если мое видео было вам интересным и полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересного. С вами была я, Селена Свей. До новых встреч, увидимся с вами в следующем видео. Пока!